Я пять за пятью исходил все степи тюрков. Я полностью запечатлел в уме всю живую рифмованную речь тюрков, туркмен, агузов, чигили, ягма. Я занялся этим делом, чтобы знать даже малейшие различия. Их языки крепко запали в моем сознании. Я привел их в должную систему и написал самым изящным образом, самым ясным языком эту книгу и дал ей название «Словарь тюркских наречий». Махмуд Кашгари. Диван Лугат-Аттюрк. В 11 веке два великих имени – Исуф Балосагонский и Махмуд Кашгарский. Махмуд Кашгарский сохранил нам значение древних слов, которые бытовали здесь.